часть его западная выходила прямо в поле. Там скала, песчаник, там даже бассейн высечен, влезли на дойку бассейн. Врез был великолепный, огромный, но здесь такие шторма бывают сильные. Вот в 2010 году был шторм такой силы, что вот захлестывало даже до конца этих колонн. Поэтому много очень чего разрушилось, но там археологи работают, даже мозаику сейчас не видите. Давайте туда чуть более поближе подойдем.